Вот зеленые дымы, видишь? И наша. Тут наши уже подходят с той стороны. Убили нашего. Прямо у тачки где-то лежит. Под тачкой лежит. Или он дернулся? Там свой у тачки? Свой вроде жив должен быть. Блять. Вот это свои по мне стреляют, да, идиоты. Походу убил врага. Под тачкой он лежит, а его рука. Да, 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 да. Ну, в смысле, вражеская рука мертва. Двоих, Шайтаныч, перед нами, вот куда смотрю. Вижу. Работаю. Он его уносит, уносит, уносит его. Сука. За дом унес. Смог, смог. Желтый дом, да, говоришь? А, розовый. Розовый дом. Гаражные двери большие, они там были попасть. Пойдем по полосе, пойдем. Вижу розовый. Сейчас. Ты меня не попробуешь поднять? Попробуй, попробуй, подожди секунду. Садится, садится. С левой стороны будет. Я сейчас закончу. Нормально. Он дальше высадит. Вот мы только оттуда ушли. Блять, да как я тебя перематываю? Сря умер, конечно. Высадил, трое. Вижу их, походу. Я только у меня разговариваю, слышу. Бекер, ты по ним работаешь? Я грант кинул. Нет. Да, меня добили. А, не, я... Нет. Я живой. Да-да-да. Трое там мертвые. Походу, как все пойти. Ютютик там? В этой посадке. Еще двое минус посадочки. Ты цел, вид, да? Кто к ним по полю бежит? Кто за Б?
А, это противник? Стоит вообще такой. Даже почти целый враг. Тачку крабят. Блин, сейчас меня убил одного. Не эффект этот белый, блин, я уже все залился. А все время проходит. Бенс, выйти, сука. Так, вид у меня прямо в упор, в окопах человек. Он думает, что я свой. Я иду по левой стороне посадки, в свою сторону. Понял. Их кобра летит они... сюда, аккуратно. Две мишки заходят. Не-не-не-не, я только подхожу. У разрушенного баттера чел. Хьюик опять высадил сейчас рядом со мной в поле. Это где рядом с тобой? На юге от меня. Я понял. С запада пока чищу, тут их тоже до хрена. Бетерам проходят. Трое стоят. Одного убил, вторые забежали в посадочку. Там раненые они. Я отхожу с всех сторон. Союзный бэттер приехал вроде. Нормально, что тип просто бежит и... Не попал. Мне как будто... Блядь, что это едет там? Что это, блядь? А грузовик с припасами меня сюда привезли, ёпта. Разные активные. А че за хрень? У меня урон вообще перестал проходить по типам. Бывает, бывает. Сервер лагает. Да блять, Беттер, что ты делаешь? Так и думал, что сейчас Беттер, блять, меня союзный захерачит, блядь, пока я штурмую. Вот куда ты едешь, с той стороны, там ты. Я хочу поглубже объехать и... Причем меня походу бил чел, который просто бежал мимо меня, я его расстреливал. И он в итоге, видимо, отлагал, и все у него хорошо стало. А ты прям туда уехал, пить.
бою испытать. Они просто не покататься. А, нормально. Ну, тебе починить только и оставить. Да, БК одно расстрелять, в принципе, поехать сдать его. Да. Надо всем сдохнуть, взять армату и драм. И дать им посраться. Десять бумерангов. И у нас четверо. А у нас еще у каждого запасной будет. Че, радиостанция штаба потеряна? Что значит? Это люто долгая катка, кстати. Ну только она бесконечная, пока тот не выиграет. Два с лишним часа, а оно еще... Очень много на этой точке. И едет. Лазик, БТР подъезжает. Пехотка вроде идет. Давайте, давайте, блин. Сейчас ни одного хьюита не прилетит. Наш стоит. А, просто без БП. Переживаю, что он... Да. Зачистка прошла успешно, походу. Много дымов. Беттер, где вот стоит наш, его дымят белыми дымами. Да, на востоке. Пехотка еще есть. Но я уже начал захват точки. Вы пришлите подмогу. Там Стила Лайф говорит кто-то там, вот что там, блять. Кто там Стила Лайф? Че там на Авроре вид? Да какой-то партизан тут по лесу бегает.
ловить это. Сейчас еще один будет там высаживать. Сбивай, сбивай, хорош. Ох ты, ёпта. Что это меня взорвало такое? Как отключить движок в Аркейме? Р. Два раза пробел? Да. А, окей. Ёпта! Юг занят, я понял. Там вся лица просто ими забита. А я, наверное, приеду сейчас. Побрышка слепая? Нет, слепая. А, вижу у тебя, Мэтт. У тебя там стоит, у них тачка. Блядь. У тебя стоит машинка. А, это не там. Мне показалось, ты там. Даю метку на них, короче, на карте, чекайте. По лесной полосе много. Синенький кружочек дал на юге от вас. Там у них машина стоит, и они там что-то хилятся или что-то делают. Фиолетовые дымы там распускают. Идеальная просто метка, там их толпа. Сейчас еду, уже еду сюда. Дымы кидают и штурмуют точку. И кобра на севере, Викер. Есть еще один. Очень опасненько. Он пол боятся в лес сходить. Счет еще одному. Еще один. Тачка ко мне какая-то подъезжает, блин. Мраб едет. Блять, он выдержал, естественно, это же мраб. Фиолетовые они. Фиолетовые, работай. Кобра, по-моему, упала. Все, мрап уехал, падла. В белых домах тоже есть. Да-да-да-да-да, правильно. Вот по этим белым домам. На уровне пехоты. И направо от дымов. Там тачка стоит, увидишь, может быть, тачка стоит, Вейкер. Направо от дымов, посмотри по посадке. Там машина стоит грузовая. Их
видно. Ты по посадке бежишь в двух сторону. А, ну там какой-то рядовой С. Подбежало сейчас два пехотинца туда, где дымы были до этого, Бейкер. Сейчас там два пехотинца. В кустах. Потому что это АГПХ долетит. Здесь КПХ так странно летает. Ты аккуратно к нему сейчас приедешь прям. Я понял, самый восточный окоп. Да, вот рядом с Витом. Ползает, ползает, жулик. Оп. Бил? Не ползает. Бил, да, его? Да, да, да. Еще есть он. Оп. Вить, ты в окопе убил? Нет, я не убил в окопе еще. О, вон там один ползает. Должен был попасть, искра полетела. Ага, на спинку перевернулся. На мне прям вот он, прям на мне, видите? Йо. Резьте меня, куда ходи, пожалуйста. Вижу, раненый. Что в мой лес стреляет? Вы вот не в ту сторону сейчас пошли, если честно. Они с севера вот сейчас сидят. А сам ты не приходишь, да, в себя? Приходишь. Вер, ты еще сделал высадку. Ёшкин кот. Отмена, ёшкин кот, все мертвы. ПГшка залетела? Нет. Так, пострелял. Я встал. Ты здесь прям тут можешь резнуться, видишь, что на этой точке. Так, там уже свои бегают по лесополосе, на моей синей метке свои, аккуратно стреляете. С востока уже пей. Так, вот это чья верт? Наш. Почему Беттер его стреляет? Беттер не наш. Надо Беттера уничтожать. Последний пуск. Бля, верт упал. Нет. И почти на Беттер, короче. Ты который его избил. Ты БГшишь, не даст тебе какого урона, да, наверное? Ну, в башню какую-нибудь выбьешь его, к херам. Может, экипаж убьешь? Он горит. Там какая-то таполка. Одиночная, у Беттера. Я работаю. А, ты? Кто бегает уже у Беттера там? Я на УАЗике сейчас Беттеру подъеду. Загорелся, да, он? Да, я. Отлично, отлично. Сейчас горит. Там он мрапик как стоит, там два. Мрапик, да, там в окопочках можно вытащить его и задействовать. А он не в окопах, он. Союзник нокнулся от взрыва вертухи. Поднимешь, знаю. Mm-hmm. Там еще должны с запада прийти к вам, пацаны, которые... Сапрот бешек работали. Надо все мимо. Да что ты делаешь? Идиот, стреляет по мне. Я злю. Тяжело форму знать. Он реально по мне стреляет. Убей его, господи. Убейте его, Вит, убей его, пожалуйста. Этот идиот, кстати, по-моему, еще когда мы с Вейкером тут были, он все так стрелял, сидел, куда попало.
I'm still bleeding somewhere. I know, I know. Enemy chopper on the left side, somewhere. Wait, 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 stay here, stay here. Ah. Attack him. Shut up, push, пока мы сейчас бог. Надо на плазму ехать. Ну что за машина? Это мобильный командный пункт там куда-то двигается у нас. Мэтт, ты едешь? Ну секрет у нас повезли. Стоп, стоп, стоп. Когда? А, в поле. Капец, они прорываются там на этой... Здесь кухамвики. Ага. По-моему, хана им там, да? Нет, прорвались. Так. А, плазма на вас на западе. Вы все, убили хамвик? Нет. А бомбы кто-то сбрасывает. Что это такое? Бомбы вижу, как падают с неба. По лесополосе по вашей. О, блин. Жарко стало. Это файты, блин, сегодня. Заходи, ну, грязюка заходи, сегодня заходи. Прям жесткую ну, творим. Что на БТРе в начале стрима, что сейчас в пехоте. Видишь, да, его? Прям красивые. Красивые файты. Вон, да, тут тяжелые. А у меня все есть, да. Танки, бумеранги, БТРы. Там всего, когда я смотрел, был типа арбата, бумеранг и бета. Сколько у нас очков? 17 тысяч очков. Я поставил ребятам танчик, пусть развлекаются. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.